животное на сцену. Что здесь делает эта белка? Я пришла петь, танцевать и читать. За орехи! Уходи! Не мешай работать! Let's go! One, two, three. Жила-была белка в сосновом бору, точила орехи в дупле поутру. Любила орехи, хранила орехи, вожделела орехи, орехи, орехи. Энергичная белка, в общем она душу свою за орех продала. Но однажды в холодную зимнюю ночь запасы исчезли из домика прочь. Кризис, зараза, до леса дошел, депрессию белочку бедную вел. Металась, рыдала, бесилась она, весь дом свой красивый в чертям разнесла. Потом, побесившись, помчалась из двора, белка кричала: вот я попала! Бежала, скакала, пока сил хватало. И бедная белка теперь гастарбайтер. Белка – гиперэнергичное существо, очень любит орешки и готова ради них на все. Я повторяю, на все. Очень добрая, простодушная и услужливая. Фундук! И арахис? Кешью? Шишки? Ну хотя бы семечки! Пикленье! Не дай погибнуть белке! Настя, где орехи? Хочешь орехи? Танцуй! Пипец, я попала! Песня посвящается всем белочкам, хорькам, хомячкам, в общем, всем тем, кто не относит себя к медведям.